Продолжаем, друзья. И вторая часть будет посвящена сетевым режимам, конечно же. А одиночных здесь и нет. Итак, один из интереснейших режимов, который есть в этой игре, Garden Ops называется. Вот он. Давайте мы попробуем найти какую-нибудь игру. Постараемся сделать это на высоком уровне сложности. Мало ли найдутся такие ребята, кто поможет мне таки пройти хотя бы раз на уровень сложности Hard. Я уж не говорю про Crazy, потому что это очень сложно, реально. И вот у нас нашлась четверка игроков. Меня закидывают сразу же в игру, потому что ребята в данный момент находятся в игровой сессии. И карта у нас называется Garden Center. Она была с самого первого дня релиза, несмотря на то, что появились уже новые карты. Ну, давайте посмотрим на ней. И я в данном режиме обычно люблю за кактуса играть, потому что он ставит минки. Так, это наш сад, который мы должны защищать, друзья. Вот он. Видите, да, чучело такое стоит в виде подсолнуха. И нам нельзя, чтобы зомби его уничтожили. Пока что идет всего лишь первая волна. И это хорошо. Ну, какой няшный. Видите, ребята уже достаточно неплохо проапгрейджены. Графика, как вы видите, полноценная Full HD, не то что на Xbox. Вот этих вот растений, эти растения мы можем высаживать. И доступно это до тех пор, пока, соответственно, растения не высадили. Если его убили в течение раунда, обратно посадить уже нельзя до следующего. Какой, а? Подсолнух няшный. Медсестра. Видите, я жестами могу говорить с ним. Поговорили на своем языке тарабарском. А вот и зомбики. Пока первую волну, это, конечно, все легко. А, давайте я им чеснок покажу. Все равно пока зомбарей мало. Тут нужно главное хорошо спрятаться. Так, вот куда бы это вот сделать-то, а? Это вот чеснок. Вообще, мины, кстати, лучше ставить рядом с растениями. Если зомби приближаются к ним вплотную, то чтобы их, конечно же, уничтожало. Хоп. И заграждение можно также ставить. Такие вот, хоп. И мы вызываем чеснок. И полетели. Ага, у нас целых 5 секунд. Не вовремя, конечно, я вызвал чеснок. Так, где у нас зомби появляется? А вот же они. Давайте кинем туда кукурузу. Она будет взрываться, видите, да? Ну, не, она хоть и мощная, но очень тяжело ей попасть. Чеснок может подниматься на достаточно высокое на большую высоту, скажем так. При этом, если его убивают, то ничего страшного, ваш персонаж жив. Все, кончился. Да, ребята неплохо прокачаны, мне это нравится. Есть шанс, что мы затащим такие. Видите, за выполнение различных челленджей, скажем так, вы получаете монетки. Вот видите, какая, скажем так, текстурка лужи. Вот таких вот графических эффектов нет на Xbox 360. Пойду-ка я, пожалуй, немножко укреплю наше чучело, наш сад.
чтобы если зомби подходили, не сразу же к нему лезли. Почему он не может поставить, интересно, а? Так вот. Видите, они подходят и начинают не совсем то, что нужно, грызть. Отлично. Взрыв помог. А вот этот вот перец, который только что был выкинут, его выкинул верхострел. Я вам обязательно покажу, когда у меня будет такая возможность другими персонажами как играть. На этом уровне сложности достаточно серьезные повреждения наносит там зомби, поэтому нужно быть аккуратным. Пойду-ка я поиграю за чеснока, спрячу что-нибудь повыше, чтобы зомби меня не трогали. Поможем нашим друзьям. Волна зомби уже почти закончена. Осталось там буквально парочку ребят убить. Все, сейчас будет следующее. Видите, у чеснока очень мало жизни, всего лишь 5. 5 хп. А у обычных растений, соответственно, больше сотни. То есть очень слабое растение, которое вызывается кактусом. И вот иногда между раундами доктор Зомбас вот такую вот рулетку устраивает, чтобы определить, а что будет дальше, насколько сильная будет волна. Вот эта волна будет очень жесткой, скажу я вам. Супер Томпстоун Вейв, то есть воскрешаться очень много зомби будут. И вот туда лучше как раз таки закидывать кукурузу на место появления зомби. Видите, сколько много подкосил сразу же. Друзья, по возможности буду заглядывать в чат, отвечать на ваши вопросы. Так, посмотрю по-быстрому. Что насчет конкурса по Garden Warfare выходу на ПК? Пока что согласуем это все с Electronic Arts. Они обещали мне дать информацию в самое ближайшее время. Они запросили ключи. Если все пройдет успешно, им выделят ключи под эту акцию, то мы, конечно же, проведем ее. Уже совсем скоро сделаем анонс тогда. Нужно немножко подождать. Так, тут вроде все нормально у нас. Ставим, пожалуйста, на минку. Подсолнуха есть вторая способность. Я в курсе, да, конечно. Все, посмотрим. Boss wave complete, как видите. У меня сейчас уже появляется подсолнух опять. Возможность использовать его. И я, конечно же, вот если подсолнух, а чеснок, я полетаю. Я, кстати, хочу сказать, что невозможно в Garden Ops между раундами менять персонажа. То есть вы выбираете его, и он на весь игру, на всю игру у вас. Поэтому нужно очень хорошо планировать, кто кем будет играть, и максимально эффективно использовать это. Так, давайте-ка мы вот эту вот штуку снесем к чертовой бабушке. Видите, нас одному из игроков плохо. Вот он где находится. И я не уверен, что сюда кто-то может, кроме подсолнухов, вообще запрыгнуть. Но его, тем не менее, полечили. Мы можем подбегать к любому персонажу, нажимать на геймпаде кнопку B. Какая-то будет кнопка на ПК, я не знаю. Я думаю, совсем скоро мы выясним это. Потому что версию для ПК финальную я тоже, конечно же, буду стримить. Надеюсь, что это будет совместная акция с Electronic Arts. Поехали. Wave 7. А, ну да, язык обязательно в игре будет русский. В
ПК-версии игры. А озвучка... Озвучка, ну, соответственно, здесь озвучки английской тоже нет. То есть здесь все говорится на специальном языке растений. Естественно, ее не будут переводить на русский язык, потому что она не переводится. Гробы достаточно мощные, я вам скажу. Видите, насколько хорошо минки помогают. Давайте парню попробуем помочь. Надо сначала только вот этого чувака убить. Ух ты, а кто это восстановил его? Сам что ли? Self-revival сделал. Зря, я бы ему помог. Есть такая функция, self-revival по-английски называется самовосстановление, но оно стоит вам карточек, которую вы должны приобретать. Так, куда минка делась? У меня было две минки здесь. Почему одна осталась? Ну что, у нас уже восьмая волна. Ребята хорошо играют, мы неплохо проходим. Но, тем не менее, десятая волна будет просто ужасной. Так, 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 нужно разрушать эти гробницы. Вот они, видите, гробницы, и у них есть здоровье, то есть вы можете подлетать и стрелять в них. Зомби тоже, кстати, не глупые, они будут стараться, те зомби, которые могут по воздуху стрелять, видите, меня сбили только что. Если вы летаете в воздухе, это не значит, что вам ничего не будет. Совсем даже нет. Сейчас я добью все-таки гробницу, чтобы они меньше возрождались. Так, давайте поможем нашему товарищу. А, он нормально стоит в режиме осады. Кинем туда минку. Вообще в Garden Ops режиме я очень люблю играть, как вы, наверное, если вы смотрите за моими стримами давно. Я люблю играть именно за кактуса. В других режимах не обязательно. Могу за пи-шутера сыграть или... А за живастика, живастик мне очень нравится. Мультиплееры. Ну что, следующая волна. Пойду-ка я спрячусь и полетаю чесноком. Поделись впечатлениями об этой игре. Она отличная, скажу я вам. Ну, я не хочу сказать, что вы будете играть в нее долгие годы. Возможно, нет. Но то, что она обязательно достойна покупки и внимания, это точно. То есть много интересных дней, возможно, недель вы обязательно за ней проведете. Лично мне больше нравится, чем Battlefield 4. Battlefield 4 мне лично скучно. Механик это похоже чем-то. Но здесь все мультяшное и няшное такое, прям няш-мяш, что называется. Я считаю, что эта игра очень классная. Понимаю, почему мины разминировались, когда они успели. Отлично взорв... О, да, даже мины его не взрывают. Ничего себе, так, пошел-ка я отсюда, пошел. Там какой-то очень больно все делают. Очень больно. Хорошо, что я успел свалить. Здоровье регенерируется, но не полностью. Видите, уже на девятом уровне очень даже неплохо зомби нас тут прессуют. Я не могу понять, кто это вот зеленкой мочит. Как они это делают вообще? У нас же, по-моему, среди нас кактуса нет, и один кактус. Девятая волна, и нас уже плющат.
Вау, быстро он меня восстановил. У него какой-то ускоренный self-revival, что ли? А, вы, просто волна закончилась. Так, смотрите, у нас один пи-шутер и два подсолнуха. Кто-то из них умеет делать специальную вещь, какую-то атаку с воздуха. И посмотрим, что нам доктор Зомбас за рулетку. Вот это уже жесть. Я думаю, что мы не пройдем. Хуже не придумаешь, короче говоря. Все три главных засранца на ваших экранах, парни. Не знаю, как мы это осилим. С какого раза, но постараемся. Вот он, зомбарь. Вот этот зомбарь, он просто жесть. Я не шучу. Он такие вещи делает. Просто кошмар какой-то. Он как шафтом, что ли, может, электричеством очень много урона наносит. Один раз может жахнуть и убить растение. Легко причем. Нужно прежде всего его... Видите, как и причем стреляет на пол карты. Своим электричеством можно пол карты стрелять. Вообще не туфта. Как же его... Надо как-то по уму. Можно дальше нужно от него быть, стараться. Близко к нему нельзя подходить ни в коем случае. Готов, есть. Слушайте, парни-то вообще красавцы просто. Но мало того, что мы должны выжить столько волн, нужно еще суметь отсюда убежать, я вам скажу. А это тоже непростая задача. Кто там стреляет? А, это у нас All Star. А там наверняка сейчас бегают зомби-йети где-то неподалеку. Вот он. Я вам скажу, что его достаточно быстро плюснули, на удивление. Хотя нет, он тут регенерирует немножко здоровье. Насколько он может замораживать. Вы медленнее гораздо бегаете. Компания, кстати, очень хорошая собралась. Этих людей надо бы постараться друзья добавить. Очень хорошо играют. А редкость большая. Найти нормальную команду. Ну, как видите, мы прошли 10-ю волну на сложном уровне сложности. И теперь нужно улететь. Как можно скорее улететь на... трейлере Crazy Dale, и нас отправляют в зону высадки. Здесь нужно очень аккуратно обороняться от волн зомби будет. Видите, они уже идут. Кстати, очень плохо, что я это сделал. Нужно убегать отсюда. Нет! Кто-нибудь меня остановите, пожалуйста, я вас очень прошу. Нет. Вот так вот нужно. Да. Не, ни в коем случае не умирать. Crazy Dave через минуту появится. Нужно уходить отсюда. Я понял, нужно уходить, уходить. В таком случае нельзя оставаться здесь. Нужно пробежать в самую последнюю секунду. Сесть на убегающий паровоз. Нет, ноу. И как тараканы повсюду. Что ж такое, 1 хп. Ну что же делать? Я последнюю секунду постараюсь это сделать. Да.
Ох, они рядом ходят со мной. Быстрее, Crazy Dave, ты должен меня забрать. Я не хочу оставаться здесь. Нет, я только не зомби. 16 секунд. Да, что ты пропустил? Ты пропустил очень много. Мазафака. Приземляйся же быстрее. Ну что ты делаешь, Crazy Dave? Да, вот оно. Мы должны улететь отсюда. Давай, Crazy. Из. Есть. Мы это сделали. Ох ты, на уровне сложности хард. Круто. Есть. Achievement unlocked. Garden Hardcore. Да, это был реально хардкор. Ох, круто. Просто круто. Да. Что-то мы там получили. Game ready. Отлично. Ладно, возвращаемся в игру. Вот эти ребята, они просто красавцы вообще. Давайте добавим их в друзья, потому что таких игроков очень тяжело найти. Просто очень. Большая редкость. Так, send game invite. Стоп. Message, party, game, party. А, add friend, конечно же. Ну? Отлично. Так, этого тоже парня надо добавить. Они просто красавцы вообще. Первый раз я сколько пытался это сделать на этом уровне сложности, у меня не получалось. Ну, обычно реально, кто-то обязательно крабил очень сильно. Просто очень. А бывало и не один. Иногда и я. С помощью этих парней я так и смог. Так, Мика, давай тоже тебя добавим. Друзья. И мы отправляемся в следующую карту. Посмотрим, что это будет. Я с ними хочу поиграть. Прям сил нет. Не могу оставить этих парней одних. О, нет! Как же так случилось? Как же так? Why? Я, скорее всего, они меня не кикали по-любому. А тут проблема в другом. О, нет. Нет, я с какими-то другими челами играю. Come on. Я хочу с друзьями. Так, friends. Что же делать? Сейчас быстренько Xbox подгрузит список друзей. Что так с very slow-то, а? Так, смотрим. Вот он. Есть, вижу. Пока игра, видимо, грузится, у меня очень подтупливает Xbox. А, плюс я еще ведь все-таки бета-тестер. Так, come on. Мне предлагает... Так, наверное, это потом покажу все на специальном видео. Можно расшаривать теперь не только... Не только свой никнейм, но еще и реальное имя, фамилию. Эх, как же Джонни... Нельзя заджониться, что ли? У них, видимо, там все уже забито. Так...
Что, приглашает меня? А, нет. Game ready. Я знаю, что game ready. Все нормально. Так, давайте попробуем. Кто там у нас еще играл? Кенан Си или... Вот это точно играл, парнишка. Из-за чего ошибка возникла? Ну, два варианта. Либо меня выкинуло при коннекте, то есть игра загружалась, и там какой-то произошел ну, с IP-адресом конфликт. Либо, как вариант, я просто не нажал Ready, и меня выкинуло из сессии, потому что я не нажимал кнопку готовности. Ну ничего страшного, мы посмотрим другие режимы игры, тем более, что наш специальный стрим посвящен именно этому. Говорят, преимущество этой игры в том, что DLC все бесплатно. Ну да. Поехали. Итак, теперь мы разберемся с мультиплеерными режимами. Вот он, режим, где, как пишут разработчики, превосходное место для того, чтобы начинать. У вас больше здоровья на следующий респаун. Почему? Потому что это сумасшествие! Отлично, интересно. Team Vanquish. Здесь все очень просто. Растения с зомби сражаются до тех пор, пока кто-нибудь из них не наберет 50 очков. Одна из команд. Второй режим. Garden and Graveyards. Зомби дерутся... зомби пытаются превратить сады растений в могилы. И, соответственно, растениям необходимо защищать свои сады, а зомбикам необходимо эти сады атаковать. Очень интересный режим, скажу я вам. А также есть Classic Team Vanquish. И он отличается от обычного Team Vanquish, вот этого вот, тем, что здесь запрещены кастомизации. То есть апгрейды, всякие анлоки и так далее, все это запрещено здесь. Я очень приветствую наличие подобных режимов в играх, потому что оно не дает преимущества опытным игрокам, уже прокачанным перед новичками. Это очень правильно. Просто вот 5 баллов только за эту функцию разработчикам. Почему-то далеко не все догадываются добавлять эти режимы. В Call of Duty до сих пор, кстати, его нет. И меня это лично очень сильно раздражает. Я не могу играть в те игры, где приходишь, а там уже ветераны тебя выносят вперед ногами, и все. Поехали дальше. Classic Garden and Graveyards. Здесь тоже апгрейды запрещены. Но мы посмотрим с вами стандартные режимы, где апгрейды разрешены. Почему? Потому что хотелось бы исследовать максимум возможностей игры. А там уж как вы будете играть, это ваше дело. Ну и вот этот режим, Mixed Mod, микшированный режим. Ну, тут написано, что это некая смесь Team Vanquish и Garden and Graveyards. Посмотрим, как он выглядит. И вот еще интересный режим, который достаточно сложно играть, особенно если у вас нет слаженной команды. Gnome Bomb называется. То есть растения и зомби дерутся за контроль над бомбой-гномом. Вот, соответственно, кто первый заложит бомбу, и тот, кто не сможет ее разрядить, ну, проигрывает. Посмотрим, как это работает. Ну, давайте начнем, наверное, с вот с этого режима. Быстренько посмотрим. Паразику сыграем во все. GTG Tomb Raider, hello. Как дела? У нас есть один американский пользователь, который приходит на мои стримы, чтобы русский немножко потянуть. Говорят, коробка же не очень. Коробка очень, даже очень, друзья. Just got Bieber. Как, что у тебя за такой банальный ник, как у школьников-россиянинов? Ну, вообще, я первый такой ник стал использовать в интернете среди русских. Ну, давайте все-таки начнем с пи-шутера. Самый основной персонаж в этой игре. Из обилок может перечик кидать. Быстро бегать. Вот так вот. Прыгать высоко. Сумасшедший парень, короче говоря.
Что еще радует, в этой версии для Xbox One здесь есть честные 60 FPS. Ты, он меня смочат. Готов, есть. Где-то там меня плющит сзади, такое впечатление, что нет. Тут очень большое скопление зомбарей. Очень опасно. Лучше как-то в сторону отойти. Что такое? Что произошло? Что произошло? Растения победили! Свалка из зомбарей. Ну, стандартно все, да? Выбираете растения, бегаете, стреляете. Стандартный режим дезматча. Давайте не будем на нем останавливаться. Это типичный дезматч. Пойдемте сразу же дальше. Так. А у тебя микрофон, говорят, включен в игре. Нет, не включен. А, ну у меня, знаете что, Kinect. Kinect, он же слушает то, что ты говоришь. GTG Tomb Raider, are you here? Давно стрим идет? Ну, давненько. Павел Galaxy. Спасибо. Так, поехали дальше. Team Vanquish. Вот этот режим, где есть апгрейды. Мы его обязательно посмотрим. Давайте, поехали. Я тоже иногда матерюсь, Павел Galaxy, открою тебе тайну. Но делаю только в тех случаях, когда нужно перевести игру дословно. Говорят, на премиуме качество картинки пиксельное. Серьезно? Друзья, кто-нибудь смотрит еще на премиуме? Как такое может быть? Там должно быть качество однозначно лучше, чем тут. А, точно ли будет игра на русском, не знаю. DTG Tomb Raider, can you send me a private message? I need to talk to you later, okay? After the stream. I have some proposal for you to learn English and Russian languages. We can discuss it on Skype. Итак, поехали. Живастик, отличный персонаж, он умеет закапываться. Так вот, бабах! И поехали. Можете с земли выкапываться и сжирать зомбаря. Сейчас покажу, как это работает. Ну, не успел сейчас. Этого парня убили. Давайте плюнем на этого парня. Я мог его поднять, но меня тогда убьют. Видите, в меня стреляют. Лучше закопаться, уйти отсюда. Тут уже все. Все хорошо. Очень ненадолго, конечно, закапывается, и это плохо. А, сегодня, да, только по ПВЗ. Друзья, есть ли у кого-то еще премиум подписка? Если вы до сих пор не знакомы с тем, что такое премиум вообще, я рекомендую вам бесплатно воспользоваться 15 минут тестированием. Вы можете оценить всю мощь. Но вот я не знаю, просто сейчас работает это или нет. Вот говорят, что там что-то, какие-то проблемы на премиуме. Может быть, не самое удачное время. Наверное, не сейчас лучше это сделать. О, нет! Как он успел? Видимо, подлагивает немножко. У меня с премиум стрим начинает лагать. А у меня всего лишь сегодня на премиуме, друзья, 2,5 мегабита. У меня что-то с интернетом, какие-то проблемы. И 2,5 мегабита всего лишь. Давайте после еще одного вот убийства меня, я попробую поменять персонажа.
Очень выгодно суперстаров есть. А тут снайпер еще он. Видите, сидит. Мне пришлось его не съесть, а закусать как бы. Укусами убить. У меня чемпер, кстати, жевастик, как я его называю, проапгрейдился. О, нет, сейчас нам покажут новую билку. Давайте еще раз жевастика. Премиум, премка жутко виснет, говорят. Ну что же делать, придется перезагружать тогда, если... А не премка, все нормально? Не у премиума, все ли хорошо, друзья? Вот, смотрите, новая способность у меня появилась. Да, ставить ловушечки. Без према, говорят, все окей. А что ж такое-то, а? Как такое может быть? Это вообще нонсенс. Я серьезно вам говорю, нонсенс. Потому что на премиуме картинка лучше, чем без премиума. Ну ладно, я сейчас поправлю. После этого, после этой игры, которая уже скоро, можно сказать, закончится, историческое заранее. Что-то всех зомби атаковали, мне никого не оставили. Смотрите, я ловушку ставлю, видите? То есть сейчас он подойдет сюда, его схватит. Это он ускорение нажал. И я его съел. Нет, не успел. Я только зацепился за него языком. И уже все. Ожесточенная борьба, надо сказать. 27-35 в нашу пользу. Нужно срочно растение менять. Да, я вижу, что картинка не очень, мягко говоря. Ну, на Ютубе, если что, посмотрите. Друзья, в описании канала есть ссылка на YouTube, Russian User TV 1. Там качество картинки будет замечательным, потому что я записываю почти в оригинале. Съел. И застрял, смотрите. Какой-то... А, у него есть заморозка. Видите, насколько можно, ну, может быть, имбалансным. Прокачанный против непрокачанного. У парня есть просто замораживалка, я не мог даже с места сдвинуться. Давайте под солнухом покажу вам, как лечить. И что такое Sunbeam. Да я верю, что есть проблемы. Я сам вижу, что какая-то ненормальная обработка идет. Давайте покажу вот так вот. Вон, видите, как жарит? Вообще не слабо. Все, 50, мы выиграли. И, друзья, я перезапускаю стрим, чтобы вы могли нормально смотреть его. Повышу битрейт и немножко изменю настроечки. Никуда не уходите. Со стрима. Что, продолжаем? С этим режимом мы разобрались. А теперь давайте смотрим следующий. Напишите, как сейчас будет качество соли нормально, потому что я настройки изменил. Правда, сразу же пошли лаги, но я надеюсь, это ненадолго. Итак, мы только что разобрались, что такое Team Vanquish. Давайте посмотрим, что такое Garden and Graveyards. Опять же, с апгрейдами. Чтобы все были максимально прокачаны. Почему, говорят, я делаю обзор игры во второй раз? Ну, я делаю обзор для
Xbox One первый раз был не очень удачным, я его даже не стал выкладывать никуда. Все как-то не склеилось в тот день. В общем, плохие как-то тиммейты попались и так далее. А сейчас я решил все-таки исправить это недоразумение. Все-таки ту версию, которую вы видите сейчас, я напоминаю еще раз. Это практически идентично ПК-версии игры. Отличие будет наличие русского языка прежде всего. Ну и давайте здесь я выберу все-таки... А, босс мод, это что такое? Босс мод? А, да, вот есть тут такая вещь, как босс мод. Вы, кстати, можете рукой управлять. Ой, зараза. Что такое? Я, правда, не умею в него играть. Мне почему-то уже не дает. Второй раз. Что ж такое-то, а? Только первый раз давал. Ладно, окей. Вы можете управлять как примерно как Battlefield, раздавать указания на карты. Ну, давайте я за кактуса сыграю. Босс мод на ПК будет обязательно. А в следующий раз попробую его запустить. Да, эффекты серьезно отличаются от Xbox-овской версии. Заживали, отлично. Ставим минки. Вот кактус в этом режиме очень крут. Я вам очень советую чаще играть за кактуса в режиме обороны. Он умеет мины ставить. Это просто восхитительная возможность. Вот он взорвался только что на моей мине. Я даже рядом не был. Он взорвался. Что еще классно, кактусы более снайперские выстрелы, чем у других. Видите, я с какого расстояния очень сильно повредил, и ему пришлось убежать. Подписку спрашивают, как купить. А какую подписку ты имеешь в виду? На премиум? Или на что? Так, я сейчас смотрю качество. Качество, кажется, улучшилось немножко, да? Напишите, как на премиуме сейчас. Лучше стало. Картинка шикарна. Отлично. Да, как купить подписку, вам нужно... Опа. Ой-ой-ой. Ой, что я делаю, что я делаю. Вам нужно нажать на плеере. Кнопочка премиум такая есть. Вы ее нажимаете, и вам предлагают оплатить подписку. А все это делается на защищенном специальном сервере. Вы можете оплатить с помощью WebMoney, Яндекс.Денег, там Kivit или любых других, короче говоря, электронных денег, либо с помощью банковских карт. И даже самое главное, это с помощью мобильного телефона. Это просто вообще обалденная возможность, то есть никуда даже ходить не нужно, если у вас нет электронных денег. Просто указывайте номер своего там мобильного телефона, вам приходит смс-ка, и все списывается с вас всего лишь 60 рублей. Но при этом картинка становится просто... Муа! Персик. Не сравнить с тем, что вы видите в пожатом качестве бесплатном. Я, кстати, еще раз хотел бы напомнить, что я не совсем, так скажем, приветствую навязывание каких-то платных услуг. Но есть очень важное но в данном случае. И оно заключается в том, что очень много пользователей... ух ты, что ты делаешь? Очень много пользователей... Судя по опросам и вообще практике, смотрят трансляции со слабым интернетом. Я понимаю, что примерно у половины интернетом ты от 10 где-то мегабит и выше, но есть пользователи, у которых до сих пор где-нибудь в населенных пунктах отдаленных интернет примерно 2 мегабита, там 5 и так далее, даже меньше очень часто. И вот у этих пользователей очень большие проблемы, я вам скажу, чтобы смотреть трансляции. А вот именно для них существует как раз вот возможность выбора качества. И она возможна только в том случае, если есть вот эти вот премиум подписки. Потому что для того, чтобы обрабатывать вот этот изначальный поток в хорошем качестве, необходимо мощные сервера ставить. Они постоянно работают над тем, чтобы обработать картинку. Сделать доступными разные разрешения. Так что
уж не обессудьте. Если хотите качество, 60 рублей, не гоните деньги, чтобы экономить. На том, чтобы радовать свои глаза в месяц. Может, каждый день все-таки стримлю. Но опять же, у вас интернет должен быть где-то от 4 и больше мегабит, чтобы смотреть премиум картинку. Если у вас очень слабый интернет, то вам это не поможет. Доктор, 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 он умеет телепортироваться. Где он наш? Его съели. Отлично. Давайте-ка я чесноком полетаю. Уж очень мне это нравится. Спрячусь вот сюда. Ну, спрячусь, это, конечно, громко сказано, но, тем не менее, здесь меня вряд ли найдут. Вот всего лишь... Посмотрите сейчас время. Видите, вверху капает время. Минута 38, минута 37. Это время до того момента, если они не захватят вот эту вот местность, если они достаточно времени здесь не продержатся, все, пиши пропало. Мы выиграли. И так нужно, одной команде нужно оборонять точки, другой нужно защищать. Те, кто лучше защищается, либо нападает, те и выигрывают. Я вам скажу, что если у вас команда не очень слаженная, то достаточно тяжело точку как оборонять, так и защищать. Более, так скажем, командные игроки, они в данных режимах имеют большое преимущество. Я не понимаю, почему я не могу... Ух ты, загадили меня. Уничтожить это все. Этих парней вообще сюда нельзя пускать. Я не преувеличиваю. Можно сделать так, чтобы они сюда не заходили. Кто-то очень неплохо шмаляет, вам скажу. С высоты. Откуда, откуда? А вот он, я вижу, вижу. Видите, у кактуса один выстрел, это 25 хп снимает. Тут же свалил. Ух ты. Ух ты какой. Убили меня. Что подлагивает? Подлагивает у меня, скорее всего. Да, вот сейчас у меня есть лаги, друзья. Не обессудьте, но... Мы выиграли. Вчистую причем. Они ни одной точки не смогли захватить. Ачивмент разблокирован. Plant Perfect. Высаживайте идеально. Отлично. Ну что, давайте дальше. У нас осталось не так много времени, и надо побольше рассказать. Начинает показывать ошибку на трансляции. Да, есть такие проблемы сегодня. Сегодня стрим лагает. Я надеюсь, на YouTube, друзья, обязательно подпишитесь на канал YouTube. В описании есть ссылка. Я постараюсь сегодня выложить для вас повтор. Сможете в лучшем качестве ознакомиться. Так, мы Garden Engravers, осталось у нас, ну это вот все то же самое, только без апгрейдов сейчас. Остался Mixed Mode и Gnome Bomb. Два режима еще посмотрим с вами на сегодня. Енота Бутерброда, есть проблемы с интернетом какие-то, может быть не у меня даже. Может быть, там, где хостинг стримов. Обычно такого нет, только сегодня какие-то лаги невероятные. Видите, даже потеряно соединение с Electronic Arts серверами. Что ж ты будешь делать-то, а? Меня даже выкинуло, вы видите? Хотя интернет вроде бы есть. Да, интернет есть, у меня стрим показывается. Да. Видите, с Electronic Arts серверами не соединен, сразу же обнулили ранг. Почему? Злые американцы? Ну, к сожалению, да, сервера находятся в США. А, вот снова соединила.
Опять предлагают стикер-шоп пройти. Отлично, Cactus Level Pack 4. Ух ты, у меня кактус-то проапгрейдился. И 19 тысяч денег свободных. Можно покупать, соответственно, стикеры. А различные растения и зомбики для мультиплеерных режимов. Ну и также одно восстановление. Ладно, поехали, не будем тратить на это время. Вот, Mixed Mode, в который я, кстати, еще ни разу сам не играл. В Gnome Bomb играл, но там очень как-то сложно. Говорят, санкции ввели, да? Отлично. Ну что, Павел Galaxy, тебе понятно, как покупать премиум? Готов ты это сделать? Отлично. Отлично, неваляшка. Завтра у нас начинается, кстати, друзья, не забывайте, вечером будет Electronic Arts, E3, короче говоря, что-то я заговариваюсь. Давайте босс мод посмотрим уже наконец-то. Рукой вожу, запутать. А, что-то как-то нет, он без коннекта. Видите, я могу вот так вот делать. Так, это что такое, билки какие-то? Газер. Что-что-что, деплой. Ух ты, вон оно что, можно сверху бомбить. Обалдеть. Так, а я за кого играю вообще, за растения, да? Солнышки собираю, смотрите. Обалдеть, так это же похоже на самые первые растения против зомби, только ты вот вид сверху. Интересно, а как приблизить, можно, нет вообще как-то? Вот сюда деплой. Молоко, никуда не попал. Нужно разбираться с этим режимом, причем очень даже тщательно. Пока не могу ничего деплоить. А, вот же, смотрите, можно выбрать. Аир, страйк, восстановление, лечение, спотинг. Спотинг, это что такое? А, вот, я разобрался теперь, окей, давайте. Это получается на карте начинает... Вот, я все понял. Это когда на карте показывает расположение врагов. Вашим союзникам. Лечение. Давайте полечим кого-нибудь. Отлично, полечили там. Главное растение. Дальше Air Strike. У меня пока денег мало. Буду собирать. Так, сейчас соберу. Помогу вам всем. Хочу помочь. Да, поехали. Air Strike, друзья. Сейчас такая бомбежка будет вообще лютая. Правда, я почему-то свое же мега растение отбомблю. Вот приближения нет, мне очень тяжело ориентироваться. Давайте полечим по возможности. Сейчас будет 250, я буду лечить мега плант. Хотя я сомневаюсь, что от меня больше пользы в таком режиме, но... Все, мега растение съели. Буду ли я покупать Octolus Rift? Я вам больше скажу, что... Мы постараемся не только его купить, но и продавать. В следующем месяце на Gamers TV по планам должен запуститься интернет-магазин. И один из лотов будет как раз-таки... Одни из лотов мы хотим сделать всякие шлемы виртуальной реальности. Да, это мини-игра в игре. Ну, а вы играете в онлайне, тем не менее. Давайте еще раз сыграем этот режим. Я уже не буду в босс-мод играть. А, кстати, енота бутерброда. Я хотел дать тебе задание. Пока не знаю, как тебя награжу за это. Но задание хочу дать. Ты готов? Когда будет НБА? Знаете, Е3 на этой неделе будет. Anime Front обязательно стримить буду. Кстати, когда Anime Front выходит? А по поводу NBA, видимо, после E3 сразу же начну трансляции делать.
Google Glass не хотите, а Google Glass тоже хотим. E3 будем стараться делать, ну, я буду переводить синхронно по возможности. Анимефронт 10 июня? Чё, шутка такая? А, енота бутерброда. Короче говоря, я хочу, чтобы ты сделал статью по... Ну, некую такую обобщенную статью о том, какие на сегодняшний день существуют шлемы виртуальной реальности, кто их разрабатывает, кто разрабатывает, чем они отличаются, плюсы, минусы и так далее. О, наконец-то я за зомбиков буду играть. Ну, давайте начнем стандартно с солдата. Кастомизировать его, кстати, можно, да? О, можно лысым сыграть, вот таким. А так по умолчанию он в каске. Давайте, аксессуаров нет. Можно сделать вот такие вот усы. И weapon skin стандартный. Все, поехали. Rocket Jump, кстати, он умеет делать. Отличная вещь. Ну, если Enemy Front выходит 10 числа, то он у меня, скорее всего, завтра уже появится. Может быть, завтра. Я совсем забыл, что я играю за зомбарей, зараза, и просто лоупочил тут. Зараза, а? Же обилки. А обилки показываю же, вот Rocket Jump пока только открыт, другие обилки пока закрыты. Тут похоже просто друг с другом сражаться, я не понимаю почему. Mixed mode, никакой не mixed. Он меня съел, подлец, вы видели, он меня съел. Да, другой режим, сейчас я сначала поменяю других характеров. Вот этот парень, он умеет закидывать бомбу и ездить на отбойнике. Еще у него есть такая аналогичная возможность чеснока у растений. Но ее нужно открывать. Что это за стрельба? Дэмэдж у него, кстати, меньше, чем у кактуса. У кактуса 25. У этого меньше. При этом точность стрельбы особо не отличается. Зараза. Мне не нравится им играть, кстати. Странный какой-то, толстый. Но я последний раз попробую. Сначала только покажу. Посмотрим, что ему можно менять. Можно лысым побегать. Из аксессуаров есть вот такие вот очки. Так, что у нас есть? Да, можно без усов. Можно с бородой, кстати, круто, да. Гражданская война. И скинов оружия пока у меня нет. Обилки вы увидели, да? Чеснок призывается, да, он призывается вот либо вот этим парнем, это аналог чеснока будет у зомбиков, либо кактусом. Поехали, сыграем бородачом. Красавчик у нас такой вообще. Выйти, я его оглушил. Все равно не убил, меня сзади там заплющили. С двух сторон получается.
Все, меняем уже, наконец-то, характера. Давайте ученым поиграем. Его тоже можно кастомизировать, можно сделать лысым, с такой вот головой. Из аксессуаров есть, ну, очки, можно без очков, но это вообще не смотрится. Вот такие флоппи-диски, то, что я вам показывал, и Purple Guard. Давайте флоппи-диски сделаем, прикольно, по-моему, смотрится. И бороду, да, отлично вообще. Из обилок у него есть... А у меня пока мало обилок, не открыто. А где мой аквасет на ученого? Я играю на Xbox One, здесь я не прокачанный. Аквасет на ученого был у меня на Xbox 360. Да, у этого чувака сплэш-атака. Он как из шотгана примерно стреляет. Очень похоже. Попробуем телепортнуться. Ой-ой-ой, меня заморозили опять, смотрите. Видели, как он это сделал? Вот этот парень, я стрелял, и я не мог шевелиться. Вот это очень большой минус режимов, где есть прокачка против непрокачанных. Поэтому я рад наличию специальных кастомизированных режимов, где как раз таки нет никаких кастомизаций и прокачки. Очень правильное решение от разработчиков. Зашел в эти режимы, поиграл, прокачался, а потом уже лезть играть с папками, что называется. Мне ученым хуже всего получается играть, лично для меня. Какой-то самый сложный для меня персонаж. Так, готов. Поменяем сейчас другой. Лучшая версия для PS4 будет. Я думаю, что версии для ПК, PS4 и Xbox One не будут ничем отличаться абсолютно. Итак, давайте посмотрим. Можно его сделать без каски, но с каской прикольнее. А, кстати, давайте уберем. Аксессуары сразу же появляются. Что это такое? Ничего нельзя, да? Нет, только в каске. В каске, конечно. Так, и обилки-то я не показал. Все, уже игра закончилась. У нас остается последний режим. Последний режим, который мы посмотрим, Gnome Bomb. Джейсон Вориаст. Салют, hello. Where are you from? Лучше, говорят, играть на Xbox One, ну, либо на ПК, либо на Xbox One, либо на PS4, конечно, лучше. На PS3 и Xbox 360 игра, конечно, не так выглядит замечательно, но играется отлично. Если вы не графоман, то пофигу. Забыл, что мы другой режим будем сейчас тестировать. Павел Galaxy нет, невозможно. Такое бывает очень редко. Если такое будет возможно, то, скорее всего, такое может реализовать только, короче говоря, Sony. На PS, чтобы игра кросс-гейм был между PS4 игроками и ПК. Но я сомневаюсь, что они это сделают. Но если и будет, то только от них. Итак, последний режим, который мы рассмотрим сегодня, из доступных, Gnome Bomb называется. Да, Капитоша? Капитошка, прыгай сюда. Ну что ж, это вот самый непонятный режим пока для меня. Посмотрим, насколько хорошо это будет работать.
проблемы с серверами. Так, енота бутерброда. Так что ты скажешь по поводу написания статьи про шлемы виртуальной реальности? Их пока существует, там 2 или 3 всего лишь. Опять лаги, друзья. Это у меня. Ну ничего, сегодня я не могу поделать с этим. День такой. Даже в игру иногда не хочет заходить. Потрясающе. Я в курсе, что стрим иногда... Сейчас проверим, что там у нас. Ну, вроде бы, сейчас лагов уже нет. Кончились, насколько я понимаю, да? Или все еще есть? Интернет пропал. Чудеса. Сегодня провайдер рулит. Так, наконец-то все восстановилось. Продолжаем. Мы как раз, похоже, присоединились к самому концу. Зомби победили. Ну что, ждем начала следующей сессии. Давайте пока зайдем, может быть, в стикер-шоп, чтобы не было скучно. Парни, напишите, все ли сейчас нормально со стримом. Давайте уже наконец-то посмотрим, вот это что такое. А, мне денег пока не хватает. Зомбас Даун Пак. Нужно 30 тысяч накопить. Не хочу больше тратить. Все говорят нормально? Отлично. Не интернет вылетал совсем. Ждем 18 секунд. Продолжаем. Кстати, вот хорошее, написано Cool Stats, крутая статистика. И тут показывает, кто из игроков насколько круто играл, какие особенные вещи сделал по разным показателям. Почему говорят, нет терабайтного интернета? 1 терабайт в секунду. Круто. Я думаю, такого не будет еще слишком долго. Это представляете, 1 терабайтный диск за секунду заполнить. Ну что, за каких я еще? За All Star не играл, да, по-моему? Поехали, мы за зомбиков, парни. Что случилось? Что случилось? Стрим-то идет хоть? Вроде бы лагов нет, все нормально.
Меня выкинуло почему-то. Потрясающе. Да. Стабильности в интернете сегодня нет. Поехали. Ну что, друзья, задавайте вопросы, какие у вас есть прежде всего по игре «Растения против зомби». Полтретьего ночи сижу, смотрю. Зараза, нам не дают за зомбиков поиграть опять. За All-Star там погонять. Давайте я все-таки выйду в этот режим, попробую еще раз зайти. Я хочу за зомби показать вам играть. Нет, это Xbox One. Не 360. Dex the Strange. It's Xbox One version of the game. А, енота бутерброда. Видимо, когда я задал тебе вопрос, каждый раз лагал стрим или отваливался. Спрашиваю, статью-то будешь писать или нет? Ты такую замечательную статью написал про решение проблем с Watch Dogs, что она просто снесла крышу всем. Постоянно заходят люди и читают. Сейчас я тебе хочу написать статью, которая еще больше просмотров даст тебе. Вот на сегодняшний день твою статью прочитало 6208 человек. Обалдеть, результат. Блин, мне все равно не дает за зомбарей сыграть. Черт побери. А, Switch Teams. А, отлично, вот же можно свичнуть команду. Все, за All-Star играем, поехали. Ой-ой-ой, текстурочка что-то провалилась немножечко. Нормально, все, восстановились. Что-то какие-то странные просадки FPS. Видимо... Что с тобой сегодня, интернет? Камон! Опять вылетел интернет у меня. Камон. Кошмар совсем плохо. Ох, полетел опять. Пошел. Ну, сегодня невозможно стримить, простите меня. Я не знаю, что происходит, но вот такой провайдер. Хотя бы немножко показать режим гном бомбу, мы будем заканчивать. Нормальный повтор постараюсь выложить. Какой у меня провайдер? Ростелеком. Но он обычно нормально работает, только сегодня вот какие-то жуткие проблемы. Говорят, слишком много игроков в той команде, поэтому All-Star я вам не покажу. Лишь бы просто показать режим игры тогда уже теперь. Ясно. Ищем бомбу. Но, вон. А, так, у нас получается... Бомба, вот видите, она на карте отображается. На нее прицел нацелен. То есть сразу же наводка, куда нужно идти. Вот она. All-Star захватил гнома. Ух ты, он там утонул, что ли, или что? Где он? Под мостом? У меня интернет лагает, видимо.
Опять просадка такая. Идем за бомбой. Убил. Давайте поставим вот минку. Гном дефьюзд. Гром разминирован. Так, а где? Где он теперь? Вот в чем вопрос главный. Гном... А, вот респаунился гном снова. Забираем. Ну что ж такое-то? Минуту я успел поставить, но взорвать его нет. Итак, напоминаю, что вся битва идет за гнома, который взрывается. Его нужно схватить и принести в нужное место, которое покажется на карте. Это ж надо, как медленно порой выкидываются бомбы. Не очень удобно это. Так, гнома там уже кто-то несет, кстати. И несут его зомбики. Итак, гном бомб установили. Нам нужно ее разминировать. Теперь видите, она стоит. Нужно подойти к ней. Вот видите, на кнопку B нажать и продержать какое-то время. Естественно, нам не будут давать этого делать. Это очень сложно. Если они смогут удержать эту бомбу установленной, заряженной, то она взорвется, и мы, соответственно, проиграем. Да, видите, что происходит? Вот так вот. До трех очков играется. И зомби в данном случае выиграли, потому что смогли установить 3 бомбы и взорвать. Ну что ж, на этом наш обзор, стрим, обзор подошел к концу. Спасибо всем, кто смотрел, присутствовал. Обязательно подпишитесь на канал, не поленитесь. Если вы смотрели на YouTube, либо смотрите в прямой трансляции, нажимайте follow, либо подписаться. Я надеюсь вас увидеть вновь. Завтра особенно начинаются стримы с выставки E3, не забывайте. Вы также можете поучаствовать в розыгрыше игр. Это Battlefield 4 и Thief Gold. Вот, так что не пропускайте стримы, обязательно вступайте в группу ВКонтакте и участвуйте в нашей акции по розыгрышу призов. На этом все. Не забывайте ставить лайки, плюсики и все остальное. До новых встреч. Пока-пока.